И последнее. Мы приняли решение, что будем выходить на улицу, проводить встречи с депутатами Государственной Думы до тех пор, пока эта грязь, пока эта фальсификация в Москве с по выборам не будет устранена. Мы приняли такое решение. Правильное решение. Поддерживайте. И ближайшая встреча с депутатами Госдумы, чтобы немножко погода разъяснилась, чтобы люди отсыпались, чтобы информация дошла до всех москвичей, чтобы все, кто голосовал за Компартию Российской Федерации, все, кто не пришел на выборы, но считает, что выборы эти нечестны, пришли в субботу, в эту субботу, в ближайшую, в 14 часов на это место, чтобы еще раз обсудить итоги выборов. Принимаете это? Правильно? Спасибо большое. А сейчас даю возможность высказаться Парфенову Денису Андреевичу, депутату Государственной Думы. Здравствуйте, товарищи! За все годы существования нынешнего криминально-олигархического режима выборы в России ни разу не проводились по тем же законам, по которым проводились предыдущие. Каждый раз власть хоть что-нибудь, но меняла в правилах игры для того, чтобы облегчить себе победу, для того, чтобы обеспечить максимальные шансы для проведения своих кандидатов и своей партии. Мы отдаем себе отчет в том, что каждые выборы, на которые мы идем, становится средоточием обмана, фальсификаций, всевозможных подтасовок, откровенной лжи и манипулирования.